Всем привет, с вами Inform TV. Артем Ткаченко – российский киноактер, который получил популярность благодаря ролям в фильмах «Меченосец», «Друзья из Франции», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других. На своем примере артист сумел показать, что даже провинциальному мальчишке может покориться кинематографический олимп. Артем родился в 1982 году в Калининграде. До 9 класса учился в обычной школе и о театре даже не думал. Но все-таки какая-то тропа привела его в столицу, и поступил он в высшее театральное училище имени Щепкина. После его окончания 3 года он играл на сцене Московского еврейского театра «Шалом». Творческая биография Ткаченко в кино сложилась куда лучше театральной и стартовала еще в 2000 году. Начинающий артист дебютировал в ленте «Мечтать не вредно». А дальше роли посыпались один за другим. 4 года Ткаченко был женат на российской актрисе Равшане Курковой, известной по сериалам «Барвиха» и «А у нас во дворе». Их отношения начались еще в 2004 году, но, к сожалению, в 2008 брак распался. Одни считают, что виновницей разрыва стала Равшана. У нее начался роман с известным фотографом Дмитрием Исхаковым, нынешним мужем Полины Гагариной. Другие же утверждают, что виноват сам Артем, который ухаживал за звездой сериала «Две судьбы» Екатериной Семеновой. Но бывшие супруги ни разу не обвинили друг друга ни в чем и не комментировали развод. Более того, Артем и Равшана сохранили теплые дружеские отношения, их до сих пор часто видят вместе. Личная жизнь Артема наладилась в 2012 году, когда артист женился во второй раз. Его супругой стала Евгения Храповицкая, модель и начинающая актриса. В январе 2013 в семье появился сын Тихон. Но в начале июня 2015 СМИ заговорили о том, что отношения Ткаченко и Храповицкой подходят к финалу. Причиной разлада стали отношения жены актера с Игорем Верником. Расставшись с супругой, Ткаченко стал часто выходить в свет с актрисой Екатериной Степлиной. Молодые люди не комментировали свои отношения, однако в июне 2016 Ткаченко поведал, что они готовятся стать родителями. В ноябре того же года у Артема появился сын Степан. Вскоре они официально расписались и счастливо живут до сих пор. Сегодня актер считается одним из самых востребованных представителей российского кинематографа. Он ежегодно снимается минимум в 2 картинах. А вам нравится Ткаченко? Какие роли у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!